данную минуту мы находимся на Южном мосту. Здесь произошло столкновение двух машин. Мы видим сейчас, мы находимся сейчас у желтого микроавтобуса. Это Мерседес, который получил удар сзади. Чуть дальше от нас находится красная БМВ. Разбита передняя часть. Мы успели пообщаться с одним из пассажиров желтого микроавтобуса Мерседес. Он рассказал, что, ну, с его слов стало понятно, что они двигались в сторону правого берега, в крайней левой полосе. В салоне было двое пассажиров и водитель, двигались в левой полосе, и в какой-то момент в них въехал красный БМВ. Мы видим, что удар был достаточно сильный, так как у БМВ разбита передняя часть, разбито лобовое стекло. Мы видим, что удар изнутри салона, лобовое стекло разбито. Это водитель, скорее всего, своей головой его разбил. Ну, подушки безопасности сработали. Значит, со слов пассажира желтого микроавтобуса, он первый подошел к красной БМВ, когда начали общаться, то водитель сказал, просто отвлекся из-за телефона. Ну вот предварительная информация, что столкновение двух машин произошло из-за того, что водитель BMW отвлекся на звонок телефона или на писал смс. Значит, на месте две скорой помощи уехали уже в больницу. Также вот полиция оформляет ДТП. Мы остаемся на месте. Подробности этого чрезвычайного происшествия смотрите в вечерних новостях телеканала ЧП-Инфо в 19:00. Берегите себя!